кошелечек Michael Kors. Обязательно на кошельке, на собачке должно быть отпечатано лого или имя дизайнера. Так, отдел для монеток. И тут подклад с именем дизайнера. Металлическая надпись. Швы все заделаны. Обязательно в слоте, в прозрачном, должно быть картонка с именем дизайнера. Обязательно должно быть пропечатано имя дизайнера. Даже здесь, в клепке, пропечатан имя дизайнера. Также подклад с именем. И обязательно, так вот у нас сейчас тут где-то бирочка. Бирка обязательно. Со штрих-кодом, с названием модели, с ценой. И обязательно книжечка. На разных языках. Так, если тут на русском. На русском не вижу. Здесь вот такой большой отдел. Там тоже есть место для карт. Вот. И здесь. И здесь такой кошелечек. Так, этот кошелечек изначально стоил 168. Я его приобрела за...